В Актау по случаю праздника 22 марта закроют дорогу от торгового центра Астана до микрорайона Самал. Следует отметить, что во время масштабного мероприятия нередко возникает факт пропажи детей. В связи с этим областное управление полиции просит родителей не оставлять детей без присмотра во время праздничных мероприятий. В случае потери ребенка жители могут обратиться по номеру 102 или участковый пункт полиции, расположенный в непосредственной близости, то есть в доме 28 15 микрорайона.